Енді жаңа толқын байқауына екі айдай уақыт қана қалды. Дайындық қалай болып жатыр? Ну, мы готовимся вовсю. Вот. Занимаемся каждый день. Работаем над образом. Сейчас все в работе. Как мы работаем над репертуаром, работаем над образом, работаем над вокалом. Подбираем какие-то новые песни, новые композиции, новую одежду, вот, которую мы будем там выступать. В общем, готовимся. Қайрат Түнтековты танисыз, белгілі себептермен Динара адамның қасында ұзаққа жүре алмады. Естуіміз бойынша, өзіңіз 8 жылға Динара адаммен келісім шартқа отырыпсыз. Ертең Қайрат сияқты кетіп қалмайсыз ба? Ну, я думаю, это дело совести Қайрата, то, что он ушел или не ушел. По крайней мере, я не смогу вот так вот, как бы, можно сказать, плюнуть душу тем людям, которые мне сейчас помогают, безвозмездно помогают стать артистом, помогают стать настоящим певцом. Потому что я всю жизнь об этом мечтал, и это, как бы, это дар Всевышнего, то, что сейчас у меня есть. Жарет, енді осы продюсерге кезікпестен бұрын, осыған дейін әнші болып жүрдің дейсін, продюсерсіз байқауларға қатысып көрдің бе? Да, до этого я участвовал в конкурсе Superstar KZ. Вот, участвовал в первом сезоне конкурса X-Factor. Как бы не было такого какого-то видимого результата, был хороший опыт, вот, который дал мне какой-то толчок дальше заниматься творчеством, пением. Вот, в то время я просто учился еще в колледже по классу академического вокала, поэтому мне постоянно гоняли, что я пошел на эстрадный конкурс Superstar. Вот, но в конце концов все равно я пришел в эстраду, я стал петь эстраду, я стал петь блюз. Вот. Қазақ эстрадасында кіммен танысып, достасып үлгердің? Подружился, ну, со всеми, с кем, по крайней мере, был знаком до этого, с кем познакомился после, со всеми у меня хорошие взаимоотношения. Все очень приятные ребята. Вот мы недавно ездили в Астану с ребятами Али Акапов, Алмаз Кишкенбаев, группа Ринга, Ерлан Алимов. Алишер Каримов. Ну, как бы с Алишером, с Ринго, с ребятами я уже был знаком с Суперстара. Вот, с Али познакомился, с Алмазом познакомился очень близко, с группой Дервиши. Ну, классно съездили, классно спели на концерте. Хорошо, как бы, пообщались, было интересно. Вот, ну, как бы, можно сказать, мы стали хорошими друзьями. Жол деп аталатын әніңіз жарыққа шықты. Әнінің атында бір астар бар сияқты. Неліктен жол? Ну, жол, мы подразумеваем путь, как бы, который... через который человек проходит. В самой песне, смысл песни в том, что как бы народ забывает о настоящем, забывает о сути жизни, в которой мы живем, забывает о Всевышнем Создателе, живет настоящим, живет корыстью, где-то живет понтами. Вот, и вот даже в клипе мы передаем вот эту вот историю, мы показываем там моменты, где, допустим, ребята сидят в компании девушки, там копаются в сотке, она им что-то рассказывает, пытается как бы, а они как бы, их мир уже там, как бы, их мир уже в интернете, они копают в сотке, показывают друг другу, сколько лайков им там поставили, сколько их там зафоловило людей в Твиттере и так далее. Где-то там, допустим, еще есть сюжет, где парень сидит в кафе с девушкой, ему приносят счет, а он-то начинает, посмотрел счет, начинает ругаться, отдавать, то есть как устраивает скандал. Вот. И есть моменты, это как бы люди, которые забыли, как бы, что нужно быть благодарным за то, что сейчас дано. Как бы, и вот ведут себя так в этой ситуации. И показываются люди, которые, допустим, живут настоящим, ну, живут такими, какие не есть настоящие. Допустим, там есть момент, где вот мой, кстати, саунд-продюсер Илхан Ахмедов, он играет на балконе на своей гитаре, он прям стоит на, вот, там, кстати, на очень скользком балконе в тот момент, на третьем этаже, играет на гитаре, как бы он такой вот, он настоящий, он такой, как он есть, он музыкант. Есть момент, где вот еще у нас Марат, с кем я тоже занимаюсь, он танцует в переходе, как бы он обычный танцор, вот он танцует в переходе, и вокруг, мимо проходят люди, которые практически его не замечают, как бы, а он настоящий именно в том, что он занимается своим любимым делом, и он сейчас, именно в данный момент, он настоящий такой. Как бы я иду через это все, я это все вижу, смотрю, наблюдаю за этим, и в конце концов, вот я в конце пути, я выхожу на сцену, уже на сцену, с песней «Жол». Енді іріктеу кезінде қай елдің әншілерін өзіңе бәсекелес бола алады деп ойладым? Очень сильный подбор в этом году конкурсантов. Я не скажу, что был плохой в прошлом или в позапрошлом, да, но в этом году я просто наблюдаю очень сильные конкурсанты из Германии, тоже функционирующая звезда Германии, Румынии и еще каких-то стран в Европе. Вот. Это уже прям состоявшаяся звезда, это такая передвигается, в общем, глыба
по сцене, который вот завораживает абсолютно всех, с мощным вокалом, с бешеной энергетикой, с офигенным образом. Индонезийка очень сильная. Очень сильные ребята с Москвы. Кстати, один из них мой земляк с Караганды, из города Темиртау. Один из Армении парень. Вот они выступают за Москву. Группа «Санта-Барбара». Есть парень Арсений Бородин. Тоже такой интересный у него вокал. Он такой ритм-блюзовый, больше роковый. Кто еще? Сильные ребята с Киргизии. Вот парень сильный. Грузинка очень сильная. Что и в образе, внешние данные, и вокальные данные, как бы полностью как бы она владеет сценой. Как бы из таких новичков, как я там. Брадам барма. Германия. Самый сильный Германия. Енді жалпы мінезім қандай? Жалпы. Тез ренжіп қалардың қатарынансың ба? Әлде? Жоқ, мен ренжімейтін адам. Жалпы сынды қалай қабылдайсың? Жақсы қабылдаймын, я воспринимаю, да, я воспринимаю критику. Стараюсь ее как-то анализировать и совершенствоваться, потому что в основном как бы главный учитель — это как вот плетка, критика. Ну, для меня это как бы за счет этого я как-то совершенствуюсь, стараюсь учиться. Вот. Я не обидчивый, вот, легко отхожу. Адам, кімге еліктейсің? Ну, из моих кумиров это американские звезды блюза, ритмы блюза, рока. Вот, такие группы, как Whitesnake. Такие исполнители, как Биби Кинг, Мари Уотерс. Вот. Я, кстати, смотрел очень много видео про них. Есть такой фильм замечательный, «Cadillac Records». Посмотрев его, тоже очень вдохновился, потому что там заложена полностью история рождения, в принципе, блюза, вот как шоу, как попсового исполнения. В Казахстане у меня очень много кумиров. Один из них — это Батырхан Шукенов, наша многоуважаемая Роза Куанышевна. Вот. Очень восхищаюсь творчеством Алибека Днищева. Вот. Как бы кумиров у меня много, вот, поэтому, не знаю, над образом мы работаем, кстати, с очень хорошим стилистом Жамиля Орчит. Очень такая экстравагантная женщина, она прям немножко изменила такое мое восприятие вообще к одежде, потому что я так любил одеваться, ну, незаметно, серо, где-то рубашка, брюки, галстук, туфли. Вот, сейчас вот я, как видите, с бабочкой, никогда в жизни не одевал бабочку, сейчас вот бабочка клетчатая. Рубашка и так далее. То есть очень нестандартный мысль. То есть у меня найма? Он найт. Да, очень нравится мне. В новом образе, это новое ощущение. Очень прям по-другому все воспринимается. Жақсы, енді бізге уақытыңды бөліп келгеніңе көптен көп рахмет айтамыз. Алда саған тек қана жеңіс тілейміз. Рахмет. Және де үлкен биіктерден көріне бер. Рахмет. We'll be right back.
ертең бізде қонақта сырбаз жігіт Сырым Исабаев. 200-250 орындықтай бала сиятын бала бақшасын ашты. Сырым Исабаев Қайрат Нұртасқа неге өкпелі? Бір өзімнің де бір сырым бар. Жадыра, жарайсың бағдарламасы аяқталды деген сөз өте ауыр айтылады. Енді ғана ғадемі сұхбатқа егі артып жатыр едік. Бірақ игіліктің ерте кеші жоқ деген екен атам қазақ. Дегенмен біз сіздермен ертеңгі игілікке дейін жай ғана қол болғаймыз. Ендеше, ел арнада, ел аманда жүздесейік.